Артемий, чего, что вы хотели выразить этим танцем? Раскройте так. Получить побольше бриллиантов на Сергея. А-ха-ха, даже так, вы в команде, да? Вот эти, я понял. А, ну да, действительно. Так, друзья, я даже не знаю, как тут нам выбрать победителя. Я думаю, нам нужен еще дополнительный этап. Такой суперфинал. Вы еще можете танцевать? Именно это мы и сделаем. Ну как, вы распутали ленточки? Юрий Анатольевич, тогда прошу. А у нас даже не запуталось, да? Что? Вы-то умеете обращаться со своей ленточкой, да, я так понимаю? Два! Тимон, прости! Он сказал, Тимон, прости, ты понимаешь? Тимон, вот так вот, это как в бумере, понимаешь? Тимон! И все, вот так вот. Классный! Воспитанный! Лах-л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 ах
знаешь, как она вахла-хваховый, да, была последняя? Вахла-хваховый, раз. Вахла-хваховый, два. Вахла-хваховый, два. Я живой был, а? Волшебный, вот чего действительно пока еще нет. Волшебный. Викингское ваше имя. А, где? Могучая Светлана. Могучая Светлана. Что это у вас такое и чем вы вообще занимаетесь? Ну, это у меня такой меч, но он чуть-чуть не получился. Это... Коваль был немного пьян, наверное, не доковал. Это моя голова. Друзья, я думаю, безоговорочно, просто без вариантов, команда Геноцвали заслуживает номинации «Самые веселые». Их небывалый танец в исполнении особенно Роберта. А сейчас мы начинаем торги за наш финальный лот. Его начальная стоимость $2000. 6-4. Это действительно прозвучало? Окей, 2000. 2000.